Якутский фильм «КРЛ. Невидимая красота» стал победителем первого международного фестиваля арктического кино. Фестиваль «Золотой ворон» проходит в Анадыре. В международную программу полнометражных фильмов вошло 6 картин, созданных в арктическом регионе – Швеции, Финляндии, Канаде и двух регионах России. Киноленты состязались за главные призы фестиваля – статуэтки «Большой золотой ворон» и «Малый золотой ворон», которые выполнены из клыка моржа, местным художником-косторезом. Особенность фестиваля в том, что победители выбирали зрители путем голосования. По итогам абсолютным лидером стала картина якутских режиссеров Валентина Макарова и Ильи Портнягина. Есть ли вот ребята, которые уже желают снимать кино, снимать видео и заниматься искусством, видеоискусством, да? Они должны объединяться обязательно, знакомиться друг с другом и делиться информацией. Только тогда появляется здоровая конкуренция и, конечно же, развитие.